Привет, друзья! Сегодня в Тольятти открылась ярмарка с участием предприятий из Беларуси. Вот сейчас мы находимся под центральным флагом. Это, наверное, центр этой самой ярмарки. Вот мы пройдемся сейчас по этой ярмарке. Приступим. И вот на входе нас встречает вот эта собака. Ну, пойдем. Может, за это я зачитаю. Вот. Мед с Дальнего Востока. А это колбасные изделия. Белорусские сладости. Как торгуется хозяйка? Отлично. Отлично. Улыбается хорошо. Это молочка. Давайте посмотрим. Ряженка, сметана, творог от бабушки. Говорят, кушайте на здоровье. Отлично. Отлично. Халва. Идем дальше. Ну, здесь, смотрите, изделия из шерсти. Колбасные изделия. Смотри, народ стоит, покупает. Снова сладости. Полотенце. Бальзамы. Так вот, у меня тоже не досталось очень многим. Все в первый же день за ней пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, смотрите. Это у нас вот она разобрана, вот она лежит у вас дома. Чтобы ее собрать, вот как я, держите эту штучку вниз, опускаете. Видите вот эту железку? По часовой стрелке поворачиваем, до упора поднимаем вверх, не отпуская, против часовой закрепляем. Теперь одеваем сюда. На кнопочки с двух сторон нажимаем, это режим потолком вверх. Если, чтобы сделать режим для пола, снова по часовой стрелочке, до упора вниз, против часовой, теперь она вращается как угодно. Да, это полы мыть и все остальное. И снять в этом режиме ее уже нельзя. Это специально сделано, чтобы она не падала, когда смотрит вниз. Чтобы ее снять снова по часовой стрелке, до упора вверх, против часовой. Теперь попробуйте сами. Вот она у вас лежит дома. А сколько стоит, молодой человек? 3800 со всеми тремя насадочками. А, 3 насадки. Идем дальше. Идем дальше. Это чулочно-носочное изделие. Так, а трусы тогда, какую цену у вас делают? Трусы 100 рублей. Колбаса. Грузинка, сало. Хорошо. Ну так, есть молочка. Молочка. Видишь, какие маленькие пенечки. Надо здесь попробовать потом. Кефирчик. Он белорусский, да, кефир вот этот? Да. Он с Беларуси приезжает, смотрите. Интересно. Масло. Сладко-сливочное, да? 450 рублей. Килограмм. Сливочное чек. Сырые, смотрите, сырые. Брынза, творожный. Как это называется? Вот за 650. Спожитником. Спожитником. Ага. Пармезан. Олд. Что такое олд? Пармезан олд. Старый. Пармезан, а, голд, в смысле, да? Олд, старый. Так уж не старый. Ну ясно. Черный принц и колбасный. Распродажа 2500. Это такой ход маркетинговый. Сумочки, зонты, головные уборы,
Трикотаж. Здесь зависит от лужей шерсти. Да, он еще надо. Обувь. И все, мы прошли второй ряд ярмарки. В основном, конечно, продавцы из Беларуси здесь торгуют. Это же верхняя одежда. Вот такая ярмарка у нас здесь. А, ну вот обои еще, да? Обои, нет, это не обои, а клеенка. Я обменяю деньги. Это клеенка. Ткань, да? Леночка. Из Беларуси. Ага, вот я вижу. Леночка. Все, давайте еще общий вид мы сделаем. Ну, все, так сказать, удобства на улице, это хорошо. На ярмарке на Тольяттинской этого нет. Вот два ряда этой ярмарки.